В 2005 году дошкольное учреждение получило статус Центра развития ребенка. Первое, что бросается в глаза во дворе детсада – обилие ярких забавных скульптур. Гостеприимный заяц с кошелкой цветов за плечами, доверчивый ежик рядом с коварным мухомором. Сколько тем для бесед воспитателей с ребятами. Это наше любимое местечко – деревенский дворик. Тут есть лошадка, колодец. Лошадка везет цветы, чтобы мы высолили их на грядку. Автор инновационной площадки Апреля Николаевна. У нас в детском саду одним из приоритетных направлений является экологическое воспитание дошкольников. Это для того, чтобы наши детки приходили сюда, в этот деревенский дворик, не забывали историю русского быта, какие традиции были в истории русского народа в деревне. Развлечений для ребят во дворе масса. Перечистить все просто невозможно, времени не хватит. Вот три трудяшки Лили, Василиса, Медея помогают Елене Евгеньевне высаживать цветы. Пальчиками прижимайте. Вот. Есть во дворе особая аллея. Она появилась в год 70-летия Победы. Деревцы ребятки высаживали вместе с ветеранами, рассказывает старший воспитатель Ольга Помилуйко. На протяжении уже второго года мы ухаживаем за этими деревьями, и они дают уже свои результаты, потому что цветет миндаль, впервые зацвела яблоня, стали гуще и зеленее наши лиственницы. Николай Филатович Мартышев, который сказал о том, когда он увидел вас, что вы поддержали бессмертный полк, вы стояли со своими портретами своих прадедов. Мне он лично сказал: Лина Николаевна, я спокоен вообще за будущее России, потому что ваши дошкольники молодцы, растет достойная смена. На пороге выпускной бал. И уже вовсю идет подготовка. Музыкальный руководитель Татьяна Евстигнеева и воспитатель Лейла Будаева надеются, что их номер примут на ура. Это родители помогли им превратить Максима, Якова, Сашу и Хабиба в Наташу, Свету, Танину. Еще одно замечательное событие. Сегодня юбилей у Софьи Анатольевны. Ей исполнилось сегодня 65 лет. С удовольствием на работу хожу. Хочется работать и работать и работать. Софья Анатольевна, на заслуженный отдых после 75 лет. Да, да. Славный коллектив живет под девизом: ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только вместе.